А сегодня мы идем в поход за рапанами. Ура! Купаться будем! Сегодня 29-е. Кто будет рапанов ловить? Отлично! Значит, голодные не придем. Ура! Котелок взяли рапанов варить? Да, идем с пятачком. Большой-большой секрет. Вчера был Всемирный день туризма. Вот мы сегодня его и отметим. Правда, ребята? Точно. Так, вот. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, пропасть или взлет. Взлет! Наслаждайтесь видами и погодой. Природы, море. Поехал. Смотрите, а природа совсем не осенняя. Хоть конец сентября, а все еще зеленое. Ой, какой замечательный, чудесный день сегодня. Комфортная такая погода. Тепло, но не жарко. Костром пахнет, как приятно. Как тут наш костер? Так, вода греется, идем за рапанами. Такой чудесный день сегодня. Просто чудесно, замечательный. Это наши сборщики или ловцы рапанов. Вот они, рапанчики. Вот они, сколько их много. Наш улов большой. Да, улов. Это только начало. Коля молодец, молодец. А их там еще больше, надо только уметь находить. Сейчас пойдем собирать. Вот они, рапанчики, вот они, вот они. Котелок с горячей водой вас ждет. Давай, сейчас будем варить. Поскольку пляж совсем безлюдный, мы с девочками решили искупаться как нудисты. Первый раз в жизни искупаться голенькой. Ой, это невероятное ощущение бодрости, свежести и восторга после купания в прохладной, бодрящей, чистейшей воде голенькими. Это так классно и кайфово. Это уже отваренные, подготовленные рапаны. Сейчас мы их еще пожарим. Ой, как красиво рапанчики жарятся. Сначала мы их сварили, теперь с луком и морковкой жарим. И колбаска готова, и картошку приготовили. Суперский обед. Очень если красивый день. Послезавтра, да, замечательно. Идут. Идут наши кормильцы. Куда идем мы с пятачком? Ой, какой у нас стол. Лучок, чесночок немножко. Морковка, рапанчики. А, лучок, чесночок, да. Морковка и рапаны, да? Рапаны, да. Вот это самый гвоздь программы, не, это ложка, рапаны. Ложка, ложка. Ой, как все вкусно, так, вот красиво. У нас обед. Ну, давайте я вот сюда. Ой, как у нас нереально все вкусно. Правда, ребята? Да. Вкусно? Да. Ура! Молодцы. Очень вкусно. Приятного аппетита, очень вкусно. Уже вечереет, все в сборе. Мы пошли обратно. Провели великолепный, замечательный день. Устали? Нет, идти сложно. Кто сможет пройти по таким камням, могут уйти с нами в поход.